В выставочном зале детской школы искусств номер 2 многолюдно. Здесь проходит отчетный концерт «Земля у нас одна». Красота окружающего мира и необходимость сохранения природы нашей планеты стали темой для большинства выступлений. Для театра моды очарования и фольклорного ансамбля «Славяночка» мероприятие обобщает результаты творческой работы за прошедший год. Творческий отчет дает возможность нам подвести итоги реализации одной из самых, я бы сказала, главных задач образовательного процесса в нашей школе. Это задача развития творческих способностей каждого ребенка. Театр моды очарования подготовил 3 коллекции: «Вкус ягоды Ямальской», «Военная» и «Народная». Костюмы шиты собственноручно. Номера поставлены под руководством преподавателей. Идеи для костюмов и номеров придумывали сообща. Мой наряд олицетворяет мир. Эта военная коллекция посвящена всем тем, кто был на войне, всем тем, кто погибли, остались живы и защищали нашу родину. Фольклорный ансамбль «Славяночка» готовился к отчетному концерту в течение 3 месяцев. Коллектив представил лучшие номера из своего репертуара. Танцы под аккомпанемент народных инструментов сменялись песнями и частушками. Артисты приложили максимум усилий, чтобы порадовать зрителей и создать праздничное настроение. Также в школе искусств номер 2 представлена выставка картин и декоративно-прикладных работ. Здесь около 200 экспонатов, выполненных в различных техниках. Ребята постарались отразить красоту родной природы, запечатлеть те моменты, что не всегда замечаются в повседневной жизни. Все они заставляют зрителей задуматься о необходимости бережного отношения ко всему окружающему. Валерий Усманов, Алексей Магин, новости Губкинского.